Всем привет! Очередная посылка. Вот такой рыболовный коробок. Вот он был как упакованный. Везде эта пленка. То есть уже боятся, что кнопки побьются. Было много отзывов о том, что продавец присылает без пупырышек упаковка и бьются кнопки. Но я еще не открывал. Сейчас я его открою и мы посмотрим. Вот такой коробок. Вот. Здесь есть ручка. Можно его носить. Так, сам коробок на 14 штук воблеров или приманок больших. Есть ручки, защелки есть, работают. Ячейки. Глубокие такие. Вот, и с другой стороны тоже, если открыть, тоже ячейки, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот сюда еще можно что-то тоненькое, маленькое закинуть. Также вот сюда тоже можно что-то тоненькое. То есть получается, в принципе, 16, а не 14. Маленьких каких-нибудь сюда тоже можно повкидывать приманки какие-нибудь тоненькие, маленькие. Так, наша рыба, у нее длина 14 сантиметров, видно, да, 14. То есть, ах ты блин, то есть в эту коробку вот без проблем она заходит. Вот 14 сантиметров поместилось только так. Но сама коробка может до 16,5, ну, наверное, до 16 поместиться туда рыба. 16 сантиметров. Вот, без проблем закрывается. Очень классно. Сам коробок 27 сантиметров на 18. 27 на 18. То есть так 18, так 27. Как я и говорил, коробок очень классный. Влезает очень много. 14. И еще можно по бокам здесь разместить. Также есть ручка, которую можно в руках вот так вот нести. Так, качество коробка. Я смотрю, петли все целые. Ничего не побито, хотя и пластиковые петли. Но все целое. Также есть отверстие, чтобы там приманки высыхали. То есть можно, в принципе, можно покупать и без проблем заказывать. Все доставляется, все приходит. Очень хороший коробок для рыболовных приманок.